Штрафы на сумму 6350 леев и одна эвакуированная машина. Это результат утренней операции на въезде в Бельцы, трасса Р6, организованной патрульной полицией с целью выявления и предупреждения нарушений, а также проверки соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте. В операции приняло участие 4 экипажа и 10 сотрудников, которые также раздавали информационные брошюры. Este creat un filtru, scopul căruia fiind verificarea transportului public la compartimentul, respectării măsurilor de protecție contra COVID-19, verificarea, depistarea și documentarea conducătorilor auto care se eschivează de la răspundere contravențională pe cazuri de depășire limitei de viteză fixate cu aparatele de măsurat viteză instalate prin localități. Depistarea și reținerea persoanelor aflate în căutare. Водители отнеслись к операции с пониманием, по крайней мере на камеру. Ar fi bine ce mai des asemenea operațiuni, ca șoferii să nu încalce și să respecte regulile de circulație, deoarece foarte des mă ciocnesc cu șoferii care accelerează viteza și pun în pericol viața și sănătatea cetățenilor care conduc responsabil și respectiv nu poartă nicio vină în caz dacă cumva sunt afectați de neglijența cuiva. Ce eu думаю? Я думаю, что все правильно. Они не выполняют свою работу, как положено. Никаких претензий. По профилактике еще так, оно более-менее не так сильно достает, так что это нормально. Полицейские проверяют автомобили по госномерам с помощью мобильных телефонов. Со стороны может показаться, будто они занимаются посторонними делами, но это совсем не так. Автомобилисты, у которых были зафиксированы нарушения, предпочли не распространяться об этом. А что случилось, почему вы с вами отдельный разговор начали вести? Это уже отдельный разговор, это секретный разговор. Ну, под лоби, через кузов. Полиция также проверяла соблюдение мер антиковидной безопасности в общественном транспорте. Правильно делает, вот слушай. Надо. Надо, значит, надо, соблюдаем. Тоже нормально, надо соблюдать. В ходе проверки для одного автомобиля был вызван эвакуатор. А фост стоп от международного транспорта, он s-a aflat că conducătorul auto conducea în mijloc de transport fără permis de conducere, care nu deține, unde a fost întocmit un proces verbal în baza articolului 231.2. В ходе операции было выписано 10 протоколов на сумму 6350 леев и 19 штрафных пунктов. 5 из этих протоколов за неоплаченные штрафы, зафиксированные камерами. Выявлена одна машина, находившаяся в розыске, и один автомобиль был эвакуирован.